Ребята, я только что проснулась, сейчас 7 утра, и я не понимаю, я это уже видела, но объясните мне, пожалуйста, что это такое? Там написано мое имя, имя Карины, и пишут Лиза. Я думаю, что Джулия нужно было написать X2, либо они продолжат, потому что в этой поездке у нас две Джулии. Ну, черт возьми, вы это видите? Господи, у меня такой сейчас ужасный голос. Просто я настолько на эмоциях, что я не понимаю вообще, это правда происходит со мной. Это правда мое имя огромными буквами пишут на песке. Просто вы только посмотрите. Я уже вижу, я туда прилетела на вертолете в своих снах. Потом пошла сюда в кровать спать. Но мне кажется, что я даже не спала, либо я до сих пор еще сплю, потому что что это? Что это? Я такого не видела, я сейчас заплачу. Это так круто. Посмотрите, человек старается каким-то специальным прибором пишет наше имя, и он это начал делать раньше 7 утра, потому что я проснулась где-то в 7:08, сейчас где-то 7:15-20. Человек все это время, то есть когда я вышла, уже было написано мое имя и начинали писать имя Карина. Господи, это вообще как? Как вообще это понимать? Я клянусь, я еще просто сплю. Я просто в шоке, молодняк. Как это происходит? Короче говоря, давайте пока день я покажу вам наш балкон, потому что сейчас мы начнем собираться. Тут все, конечно, очень красиво. Ох, такой приятный воздух, не холодно. Вчера ночью у нас с Кариной и с Юлей Годуновой была мега туса, посиделка. Я понимаю, что просто я спала, наверное, 3 часа. Клянусь, это просто какая-то жесть. Мы вообще не спали, но это так офигенно. Все розы разбросали, какие тут были. У нас вообще был дикий тусыч. Поэтому я до сих пор вообще пока, честно говоря, не пришла в себя. Первое, что я увидела, когда проснулась, это вот это. И сейчас мне нужно умыться, собраться. Чёрт, я вообще просто никакая. И вчера, я не знаю, успела я вам показать или нет, наша душевая, ванная, раковина, где мы собираемся, красимся, моемся. Тут как бы туалет. Ну, думаю, так понятно, но номер, конечно, у нас шикарный. И сегодня в течение дня я буду вам рассказывать, что я испытываю, какое у меня настроение, потому что мне кажется, я проснулась немножко пьяной. Так, сейчас мы идем на завтрак, на который мы, к сожалению, немножко, можно сказать, опоздали, проспали. Но сейчас мы должны увидеть что-то нереально крутое. Я вижу Лизу. Смотрите, какой классный отель. Вай, как красиво. Конечно, я знаю, что я мега модная в этих очках. Хотя кому-то они не нравятся, но я почему-то чувствую себя в них мега крутой. Мы сегодня едем в парк аттракционов, и я так волнуюсь, потому что я обожаю аттракционы. Наш автобус, и хочется немножко прийти в себя. В общем, мы едем уже, наверное, час. Кстати, зацените, с кем мы. Привет! Привет! Помните Лизу, да? Да, мы видели с вами в Греции. Да, нам ехать еще примерно час. И мы остановились на заправке, чтобы попить кофе, сходить в туалет, все такое. И тут есть Макдоналдс. Сейчас я возьму себе кофе. Всем большое привет, меня зовут Юля Кушман, я купила себе кофе. Сейчас зайду брать кровавый шоколад. Юля снимает влог из этой поездки, поэтому я нет. Но это значит что? Что я буду здесь активничать. Я такую тупость сделала, короче, я беру чай, а он мне говорит такой милк. А я подумала, что он спрашивает минт. Я думаю, нифига у них есть к чаю мята. И что он тебе дал? А это милк. Нафиг мне милк. Блин, у меня была похожая история с чем-то. Но я сейчас не вспомню, потому что я спала 3 часа, наверное. Я говорю, что я захватила влог Юли Пушман. Скоро и до твоего доберусь. Да. А еще знаешь, что прикольно? Мне так часто Дима делал. Типа он оставляет тебе послание. Я то же самое сейчас ей делаю. Она же не будет знать, что я записываю это видео. Юля, ты лохушка. Брови вишиби, пожалуйста. Надоела мне твоя монобровь. Да.
Ребят, скажите, как вам очки? Я знаю, что это типа на любителя. Но они... Не идут. Я чувствую себя в них просто... Бомбитой. Вообще. Ну что ж, вот мы и приехали в парк аттракционов. Я себя так фигово чувствую, что я не уверена, что я вообще буду кататься сегодня на каких-то горках. Не надо было вчера устраивать вечеринку. Мы зашли внутрь. Гляньте, гляньте, гляньте. Это VIP. Правда? Да, это VIP-браслет. Ура! Какие любимые мультики у тебя, Warner Brothers? Все. Вот мои два детства. Ну, это из того, что я здесь вижу, потому что я не знаю, что именно делают Warner Brothers. Из вот этих все это мои мультики детства. Также, конечно же, мультики детства. Это же Джокер, Бэтмен, все такое. Я сейчас зайду с ума, но почему камера это не передает так офигенно? Я сделала потемнее. Мне так страшно. Это имитация неба. Это просто с ума сойти. Понимаешь, что мои эмоции, возможно, странные? Да это просто офигенно. Я ничего не понимаю, это так красиво. Туда можно залезть, сфоткаться. Это просто нереально. Кафешки. Короче, тут такая больше детская зона. Всякие лазилки, кстати, прикольные. Как же здорово. Смотрите, петушок идет. Господи. Что он сделал? Вот так. Вот, блин, петух. Обожаю парки аттракционов, особенно такие, как Диснейленд, тематические. Это тоже офигенский. Домик Скуби-Ду. О, аттракционы, боже, мы точно на все пойдем. Знаете, я думала, что я не пойду из-за моего состояния, но я пойду. Итак, поскольку у нас крутые браслеты, випы, мы сейчас идем без очередей. Если сюда поедете, обязательно приобретите такие браслеты, чтобы не стоять в очереди. Итак, сейчас мы будем кататься на вот этой ракете. Это было просто офигенно, как и все аттракционы в моей жизни. Мы полетели в темноту, потом крутились, вертелись. Мне было мало. Мне у вас аттракцион? Нет, они короткие. Нет, именно мало адреналина. Да, это да, это да. Очень на изи, детская. Шикарно. В общем, меня потрепало прям конкретненько. Это было весело, но ожидание было невыносимое. Мы так долго сидели. Я решила не быть такой глупенькой в этот раз и сделала хвостик, потому что волосы мне закрывали половину всего. Половину всей красоты волосы закрывали мне. Я не видела адреналин из-за моих волос. Ты такая тяжелая, братка. Вечно найдешь вот моментик, чтобы меня унизить, жирная. Ты что, я не это имела в виду? Я просто устала. Короче, мы в лифте. Аттракцион Бэтмен. Короче, мы думаем, то, что сейчас пофоткаемся здесь и уже поедем на обед, потому что времени у нас не так уж и много. Но самое классное, что вот эти билетики, это просто пушка, потому что мы очень быстро везде проходили, где хотели. Конечно, тут не очень-очень много аттракционов, и они больше все-таки, наверное, детские, хотя были прикольные, на которых мы прям кричали. Поэтому это класс. Нужно обязательно хорошо покушать, потому что состояние у меня такое себе из-за того, что мало спала. Но это по моей вине. Я и поздно легла. В общем, ребят, я думаю, вы сами все видите. Сейчас мы пойдем в мечеть, и нам обязательно нужно было переодеться. Это платье называется абая. И тестур специально нам новые купили, чтобы мы не брали в мечети. И очки, по-моему, сюда конкретно вписываются. Я уже, мне кажется, раз четвертый в этих одеяниях. Сейчас привыкну еще. Так красиво. Сейчас мы туда пойдем, я так рада. Мечеть называется, она большая мечеть Шейха Заида. Ее строил первый президент на протяжении 96-2007 года. Она особенная, но в стране самая большая, она вмещает 50 тысяч человек. По мировым размерам это шестая мечеть. Эта люстра примерно 4 тонны весит. Мы зашли внутрь. Посмотрите, как здесь красиво. Какой пол шикарный. А стены это вообще... А уже вот эта люстра примерно 12 тонн весит. И там камни Сваровски, все такое. Куда мы приехали, Карин? Мы приехали в Каср Ат-Ватан. Это президентская дворец. И здесь, короче, он сам принимает всяких известных политиков, президентов и так далее. И мы сейчас будем там это тусить. Так красиво, и кажется, что пол в воде из-за отражения и вот этих... Ой, красиво, не могу.
представляете, знаете, что тут происходит, всякие заседания. Поняли, о чем, да? Красиво, я бы здесь свадьбу сыграла. Да, прикольно. Мы все спали. Смотрите, куда мы приехали. На 9-м этаже нам забронировали столик. Там сейчас у нас будет туса, джуса. Смотрите, какой красивый здесь бассейн. Вообще, я, конечно, удивлена, что у меня есть какие-то силы что-то записывать, болтать вам, рассказывать, потому что реально я так за сегодня устала. Я спала 3 часа, и мы очень-очень много сегодня ходили, и нам что-то уже, кстати, принесли. Мамочки. С тобой уже почти 5 лет вместе. Будешь моя жена? Давайте похлопаем, перестань снимать. Рассказываю, что происходило, наверное, час назад. Я вообще настолько не то что забыла про влог, я просто его нафиг убрала, и мы все с телефонами. Ничего вообще ни о чем не думаем. И просто идет Оск. И такой, пусть моей женой, она такая, да! Короче, ну сейчас просто уже, знаете, типа, мы, наверное, час уже сидим, все это обсуждаем, стойки выгружаем. И уже немножко так подостыли. Да, поэтому я не плачу, если что, не думайте, что мне пофиг. Это так, мне кажется, идеально. Я так за тебя рада, брат. Я буду подружкой невесты. Я развезвала? Конечно, я не это, не спрашивай. Развезвала со слезой. Конечно. Ты рада, что это произошло не в Москве именно? Конечно, я всегда так хотела. Я хотела, чтобы это было не в Москве, я хотела, чтобы... Это было в идеале при, ну, людях. Да, чтобы все снимали. Да, все так и вышло. Ну, не только, чтобы все снимали. Разделить счастье. Новый день. Это 3-й день. И мы уже в автобусе выехали из нашего отеля. И я хотела вам сказать, что вчерашний день я толком не снимала. Постоянно забывала камеру на обед, на ужин. В общем, вчера был лайтовый день. В принципе, показывать особо... Ну, не то, что нечего, но мы сходили в спа, нам сделали офигенский массаж. Чуть попозже еще расскажу про мои эмоции. Нормально, мы так помяли спинку. Расслабилась я. А сейчас мы едем в Дубай. У нас будет сегодня долгий день, экскурсии классные. Очень этого жду. Но сегодня, кстати, я выспалась, я очень рада. Итак, наша первая локация — это Дубай Фрейм. Это такая вот интересное создание. В общем, сейчас мы заберемся на самый верх. Так, я очень рада, что мы приехали в Дубай, потому что вот так вот везде не походишь. Это слишком откровенно, но в Дубае вроде как много где можно. А ты тут была, да? Нет. Нет? Блин, что мне дали? Зачем так много золота использовали? Ого! Вот это красота. Ты уверена, что это золото? Знаете, что классно? То, что в зеркалах отражается небо. Получается очень красиво. А еще там солнце падает. И вообще... Видите, да? Елизавета вторая, которую Дубай купил себе. Блин. По-моему, это круто. Вау. Ребята, я в будущем. Так странно тут идти вообще. Короче, нам показывают будущее это... в Дубае. Да, мне тоже плохо немножко. Тут такое 3D. Это типа будущее Дубая. Итак, у нас новая локация. Мы поменяли луки. У меня вот такой лучок. Лук-лучок. И поглядите, это же Бурдж-Халифа. Это самое-самое высокое здание в мире. Я так мечтала его увидеть. Кстати, нам наш гид рассказывал, что Бурдж-Халифа шатается на 8 метров. Прикиньте. Мы сейчас будем фоткаться с крылышками. Блин, кстати, офигенно, сзади это еще Бурдж-Халифа. Я, конечно, жалею, что я вчера особо не снимала, но, блин, такой у нас релакс-день был в отеле. Вообще. А еще мне сейчас очень жарко. Едем на следующую локацию. Сейчас я буду переодевать платье, и я этого очень жду, потому что в этом мне безумно было жарко. Сейчас мы тут сделаем классные фотки. Тут такой прям мир будущего. Сечете, да?
Я на самом деле мечтала сделать здесь фотографию, просто потому что мне нравится, как это выглядит. Прям так и хочется здесь с любимым посидеть, попить вина. Так, мы приехали посмотреть на Дубай Марину с другой стороны. И мне кажется, здесь даже поинтереснее, потому что, ну, как бы обширнее все будет, издалека красиво. Так, ну что ж, ребят, мы пообедали, и сейчас мы приехали в парк цветов. На самом деле, я думала, что это какая-то фигня будет, я не знаю, почему я так решила, но я смотрю сейчас, я вижу, что это что-то нереально крутое. Сейчас я буду вам все показывать. Брат, зубы как у меня. Пару слов вообще, что это, для чего, откуда цветы? Цветы, слава богу, здесь и из других стран привозят порядка 20 разновидностей цветов, 45 миллионов растений. Простите, 45 миллионов цветов, 25. 45 миллионов растений, что за музыка? Блин, лошадки. Дышите воздухом, офигенно вообще. Блин, эта локация прям улыбает. Да-да-да-да-да. Хочется смеяться, улыбаться. Да-да-да. Еще музычка такая. Да, музычка специфическая. Что мы делаем? Такие мы с камерами смешные. Тут очень красиво, но единственное, что как-то на фотках странно. У нас такое мнение, что как будто бы ты просто с родителями пришел погулять в парк и, типа, делать такие семейные снимки, которые останутся в семейном архиве. Но в целом очень прикольно, просто здесь намного интересней именно побывать, чем сфоткаться, вот знаете, именно посмотреть. Бывают такие места, где пофиг, что смотреть, главное, что красиво именно для фотки. А вот тут именно такое место, что именно классно смотреть. Просто очень необычно, все в цветах. Но я такого еще не видела, чтобы столько цветов, и все из цветов, и какие-то инсталляции реально классные из цветов. Ну, очень красиво, конечно. Так, посмотрите, как выглядит Бурдж-Халифа, вот это вот здание, надеюсь, я правильно произношу, но мне кажется, это нереально круто. Ну, да, видно блестки, ну, в натуре. Блестки. Блестки. Это Кира-Кира Плюс, in real life. Короче, что хочу сказать. Меня, честно говоря, немножко не впечатлили эти фонтаны. Хотя это было красиво, но, во-первых, был какой-то сбой, не было музыки, началось позже. Как это понять? Начались. Какого фига? В общем, короче говоря, это сейчас было очень интересно бежать, я вся вспотела, но зато мы смогли посмотреть более-менее нормально, с музыкой, там как-то поинтереснее было. Ну, знаешь. А потому что я сначала... Я не скажу, что на самом деле прям пипец впечатляюще. Ну, я тоже, ну, типа, это просто прикольно. Да, да. Но я, честно говоря, мне нравилось больше, когда была супер подсветка какая-то. Да. И как-то, знаешь, мне нравятся поющие фонтаны, а не просто под музыку. Мне нравится, когда они, типа, под музыку что-то вот делают. Вот в Лас-Вегасе так типа... было просто нереально. Они вот прям... это мне больше нравится. Первое, что мы решили сделать, это пойти в Макдональдс, потому что очень хотели кушать. И мы так долго искали Макдональдс, мы только час потратили, чтобы найти еду. Итак, в общем, мы сейчас находимся в фэшн-отделе, где все бренды модные. И тут совсем другая атмосфера, потому что во всем торговом центре мы все снимаем. Здесь вообще почти нет людей, и видно, что другой контингент, потому что тут очень... Ну, дорогие бренды, понятное дело, Louis Vuitton, Gucci, все такое. Вот, Louis Vuitton, гляньте. Но мне очень срочно нужно было. Да? А, да, я знаю. Мне тоже надо просмотреть ассортимент. Ребята, это наш новый день, наша новая локация. Мы приехали к верблюдам. Он сейчас съест нас. Привет! Подождите, я пока не готова. Я пока не готова кормить его. Ой, какой он миленький! Мне нравится. Вот у нее бери. О, ой, какой он миленький! Блин, хочется почистить, чтобы он попробовал. Ой, они обнимаются. Нет, мухи. Это мы с Славой. Он точно меня не сожрет? Нет, ни в коем случае. Максимай! Не, верблюдики! Нифига, он сейчас давай в машину. Лезет. Прыгай, прыгай. Он сейчас камеру съест. Блин, зачем вам так коротко завязывают эти штуки? Ну, могли бы чуть побольше. Бедненькие малыши.
Я, наверное, не буду это делать. Лиза, надо. Лиза, давай, пожалуйста. Так банан тоже длинный. Банан явно длиннее, чем у него. Пожалуйста, давай. Так, заснимите меня, покажи, пожалуйста. Подожди, девочки мои покормят тебя. Ой, они сейчас вас кушают, потом... Подожди. А вы тоже желтенький. Да. Малыш, какой. Меня пошутила. Есть? Карина. Спасибо. Ой, ой. Круто! Нет, подожди, подожди. Сколько калорий вы кушаете? Интересно. Они кроме бананов еще что-то едят? Травоядные, все, едят четырехкамерные. Господи! Это ферма, они на ферме. Ноги перевязаны, здесь с правой стороны как раз угодья одного местного жителя. Юля. Юль, давай. Привет! Короче, мы только что были на пустыне с этими верблюдами, пофотались, поснимали видосики. Я что-то вообще настолько... Мне не нравятся вот эти отельные дни для влогов. Но девчонки говорят, что они должны быть. Тут мы кушали. Вот, кстати, как мы спим. Мы спим втроем, как вообще истинные подруженьки. У нас очень прикольный вид. Это наш второй отель, кстати, я вам не показывала. Он больше такой, знаете, типа с семьей приехать, потому что тут достаточно не центр вообще. Сейчас мы идем на обед, а потом мы будем отдыхать. Блин, еду их черный, моя нет. Боже, вышел видос. Кого? Пипец. Колечко собрала. Оск, уже вышел видос. Слава богу, быстрее, вышел он раньше, чем у меня, потому что было бы тупо. Да. Капец, у него монтажер быстро монтирует. 30 минут влог из Дубая у него, и там наше предложение. У меня предложение. Пошли на обед. Ты делаешь предложение. А что, кнопки никто нажимать не будет? Я придумала. Так каждый влог можно делать. Короче, ты для, ну, кликбейта, ну, чтобы по правде. Да. Я такая, Юля, я тебе делаю предложение. А пошли, ты мне сделаешь предложение? Пообедаем. А ты пишешь, мне сделали предложение. На каждый влог не пойдет. Они же поймут. Они уже просекли, что я в каждом влоге беременная, рожаю. Нет, на самом деле никто не по всем платит вообще. Твоя фишка, пипец. Выкладывай. Рожать? Вот это вот ты никогда не выкладываешь. Я смотрю все твои видео, ты никогда не делаешь это лицо на видео. Юле очень нравится, когда я делаю вот так. И она дурится, их зрители, она не показывает всю себя на 100%. Ага, ага. Надя по видосам как облупленную, но никогда не видела этого лица. Ну, слушай, знать меня могут, может, каждый, но настоящую меня знать единиц. Так, с погодой нам, кстати, повезло. Лизун. Что, садитесь. Вот такой стол нам накрыли. Я хочу вот те сэндвичи. Взяла курочку вот такую. Тебе очень понравится. Вот у нас уже вечер. Сейчас мы пойдем на ужин. Я уже успела сегодня где-то часик подремать, поспать. Видите, какая я растрепанная. В общем, что я хотела сказать. Я очень мало снимала, когда мы находились в отелях. Потому что в отеле хотелось просто лечь, отдыхать, не знаю, болтать с девчонками. А, конечно же, когда мы ходили на всякие экскурсии, прикольно было снимать, все вам показывать. В общем, на этой ноте я собираюсь закончить этот влог. Я надеюсь, что он вам понравился. Надеюсь, что вы любите влоги с путешествий. Надеюсь, что этот видос был насыщенный. Хочу сказать, что мы офигенно провели время. И сегодня у нас будет самолет очень рано. Завтра я уже буду в Москве, дома. С одной стороны, я рада, а с другой стороны, не хочется уезжать из хорошей погоды, прощаться с девчонками. Ну, что поделать. Также хочу сказать большое спасибо Тест-Тур за то, что позвали нас в эту поездку. Я очень счастлива, потому что я давно мечтала оказаться в Арабских Эмиратах. И, конечно, в Дубае тоже. И помимо Дубая мы смогли посмотреть еще несколько Эмиратов. И я очень рада, что была такая возможность, потому что я не уверена, что если бы я сама прилетела в Арабские Эмираты, поехала бы я куда-то
кроме Дубая и Абу-Даби. Я с вами прощаюсь. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, потому что скоро будет много классных видосов, влогов. Я все еще думаю, у меня все еще в голове вопрос, ставить мне елку, блин, дома или нет. А еще у меня уже дома поменяли обои, пока меня не было. Я безумно этого жду. В общем, все буду вам показывать. Так что следующие видосы будут уже из Москвы. Еще раз спасибо, что смотрели. Обязательно смотрите мой инстаграм. Все фотки, которые мы здесь сделали. Сторисы, у меня есть хайлайтс. Называется Дубай. Надо будет, правда, переименовать, потому что это не Дубай. Ну, пофиг, в общем. Обязательно смотрите, потому что там было много всяких классных историй. И на этом все. Всех люблю, целую, обнимаю. И всем пока.